Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, славненько, наконец-то понедельник, наконец-то можно опять вернуться к нашим животрепещущим темам. Сегодняшняя тема звучит так. Продлится ли волна оптимизма, которая, собственно, захлестнула практически всех в конце прошлой недели? Сегодня у меня в гостях Андрей Павленко, начальник управления брокерского обслуживания «Промсвязьбанка». Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований и ФД «Капитал». Добрый вечер, Константин. Добрый вечер. Как у вас настроение, мне скажите сначала? Понедельничное. Ну, то есть, хорошее, плохое, понедельничное? Ну, в принципе, неплохое. Ну, лично у меня. То есть, mm -hmm. я, ничего, ничего плохого не произошло. День сегодня спокойный достаточно. И а, теплые, может... я тебе хочу сказать, теплые. И, и еще и обещают и Бабель ба это да. на пару дней нам обещают, Черт, да. Поэтому до как выходных, как обычно. Как раз к концу заседания ФРС, по-моему, оно заканчивается. — Ну, я так понимаю, это, что да. разговор об оптимизме, да. в основном да. мы с этим Конечно. будем связывать. Да. Кость у тебя как настроение? Нейтрально. Я вам хочу сказать так: лично поделиться настроением, уважаемые слушатели, я с трудом пережил выходные. Я, я ждал, когда наступит понедельник, чтобы вновь наполниться вот этим оптимизмом, оптимизмом. Искупаться в этой волне, мне кажется, что она вот-вот она иссякнет. У меня такое есть ощущение, поэтому очень хочется все-таки быть внутри ее. Уважаемые слушатели, напоминаю вам, мы сейчас начнем, собственно, непосредственно разговор. Вы можете задать вопросы моим сегодняшним гостям, позвонив по телефону, телефон прямого эфира 495 65 10 99 6. 495 65 10 99 6. Либо вопросы вы можете традиционно опубликовать на сайте finam.fm. И мы, естественно, с удовольствием на все вопросы ответим. Ну и еще одно небольшое лирическое отступление. Традиционно посмотрим, что происходит сейчас в Москве 18.06, что происходит сейчас на финансовых площадках. Некая картина маслом. А, ну, опять-таки, да, американцы открылись. И, собственно, основные индикаторы э, американского фондового рынка показывают отрицательную динамику, хотя она не очень убедительна. Dow Джонс чуть больше 1,1%. SP и того не догнал. Всего лишь сотых. Ну, то есть все в раздуме. Наши ребята тоже стояли сегодня практически весь день. РТС. Вот уже, да, менее чем за час до закрытия прибавляет, ну, опять так символично, девять процента, пардон, и одну десятую ММВБ. А, практически э, цены пятничного закрытия. Нефть марки Брэнк также в, район, в районе 114 долларов. Текущий кредиток 113,80 за баррель. Золото единственное из всех выше. Ну, сегодня тоже оно а, так относительно спокойно себя ведет, да, но что оно сделало в пятницу, это... Это, я думаю, все видели. Индикаторы валютного рынка евро-доллар корректируются, как и большинство валютных пар сегодня с пятничных максимумов. Текущая котировка 1,2780. А фунт также чуть снижается. 59,80. Ну, в общем. Такое впечатление, что вот на этой волне да, занесло всех в пятницу. А сейчас вот не знаю, что вот эта волна вроде держит, держит или потихонечку уже да, спадать начинает. Отвыкли. отвыкли отвыкли да отвыкли. от таких волн да. прям кружится голова я вам хочу сказать а, ну давайте во-первых уважаемые коллеги давайте начнем с того что ну сформулируем а на, на чем волна оптимизм, а на чем оптимизм-то этот Андрю ну наверное тут все стандартно банально на, никакой тайны не открою похоже покупки на нашем рынке по крайней мере начались в конце заседания ЕЦБ угу. после выступления господина Драги когда было заявлено, что будем покупать, будем покупать много, будем, наверное, даже покупать не только короткие бумаги, если понадобится. Ну, с оговорками, правда, под, то, что, которые касались того, что если действия правительств тех стран ценные бумаги, которых будут выкупаться, будут не очень адекватны, или они не будут соблюдать uh -huh. принятые... Я не знаю, как назвать резолюции или принятые условия, да, uh -huh. то, значит, тогда ЕЦБ будет им грозить пальцем или, может быть, даже откажется от этих покупок. Но в двух словах все равно это было, конечно, спровоцировано во многом действиями ЕЦБ. И я бы сказал, что, конечно, покупки, наверное, были, но сложилось что по многим бумагам, прежде всего по фишкам, я не беру истории, которые там в некоторых других бумагах происходят. Я не uh -huh. знаю, как сегодня, допустим, в ФСК, там и в холдинге э МРСК, или там, я не знаю, какой-нибудь э Фосагра, там или прочие там бумаги второго, третьего шло. Но если брать фишки, то по некоторым из них... Э в общем, конечно, наблюдалось, на мой взгляд, закрытие просто коротких позиций. Особенно mm -hmm. ярко это, по-моему, было видно в Газпроме, который в течение двух дней перед этим подвергся массированной атаке с воздуха. Uh -huh. То есть э, по нему было достаточно много негатива и плохая uh -huh. отчетность uh -huh. и проблемы э, с европейскими потребителями. Uh -huh. И, э, там, э, в общем, а, а Штокман же, да, в первую очередь... или во ну, вторую, То есть его и, на этом фоне шартили? Активно его на шартили, и, мне кажется, в четверг и на, начало пятницы, особенно начало утра пятницы, выглядело как лихорадочное закрытие шартов. Uh -huh. Uh, справедливости ради, надо сказать, что вот эти два дня, наверное, были максимальный объем особенно в пятницу. То есть они были не очень большие по сравнению с тем, что, ну, скажем так, то, что мы привыкли видеть там что, последние да, годы, так годы. я бы сказал, да. Но по сравнению к последним да, месяцам, которые летние, вот, там начиная uh, с конца uh, зимы или с начала весны, uh -huh. особенно летние объемы, они, конечно, были смешные. И вот то, что там. Какой-то объем прошел в четверг-пятницу, ну, он был показательный, но боюсь, что в этом было большое количество закрытий коротких позиций. Но и покупки какие-то были, и сегодня как раз вот рынок отдыхает, потому что, ну, какой-то оптимизм еще есть, который связан, наверное, с э, там, заявлениями ФРС, с ожидаемыми заявлениями mm -hmm. ФРС, но при этом, мне кажется, его было бы больше, если бы те данные, которые, ну, по крайней мере, у нас многие ждали, так напряженно, я имею в виду данные по рынку труда, так называемые payrolls, так сказать, по Америке вышли mm -hmm. бы похуже. Вот. Еще хуже. И намного хуже. Вот если бы они вышли не плюс 96, а минус 50, наверное, у рынка было бы больше э, повода для оптимизма, поскольку здесь, что называется, чем хуже, тем лучше, ну, наверное, да. оценивалось Это бы такой вот так. Злорадный оптимизм такой. Ну да, да такой, да. я бы сказал, злорадно спекулянский тут. Ну, что скрывать? Так да, оно ну, и нормально. есть на самом деле. Вот. А так они вышли, ну, не то что инлайн, но они вышли, в общем-то, не такие плохие, а, просто хуже ожиданий, как угу. Говорить, Причем ну, безработица 8, 8 при этом да. да, при этом безработица снизилась на да, самом деле. Да. Поэтому, а это уже ставит вопрос к тому, что если там вспомнить господин Бернан, который в последнее время достаточно э, часто делал упор на то, что его. Ну, одним из главных, одной из главных проблем, которые он видит, это занятость в Америке. Угу. И вот исходя из этого, как, какие будут данные по рынку труда, мы и будем там принимать решения. Костя, ты разделяешь вообще оптимизм рынка? Ну как сказать? Ну, как я так. могу разделять, не разделять, но рынок-то... Это понятно, но мнение. Твоё... идет твоё... вверх. Это я, твоё... конечно, как я могу разделять оптимизм? Оптимизм, он рожден uh -huh. извне, он не рожден самим рынком или не рожден какими-то реальными корпоративными результатами или результатами макроэкономики. Этот оптимизм рожден на ожидании еще большего роста ликвидности в мировой финансовой системе. И, безусловно, оптимизм это также рожден на заявлении. И эти ожидания, они рождены заявлениями правительств. Угу. И, точнее, даже, можно сказать, центробанков. Точнее. Угу. Вот, поэтому здесь это привнесенный оптимизм на рынке. Поэтому тут его, конечно, трудно разделять. С другой стороны, мы видим, что настроение у чиновников... Может быть, от безысходности даже где-то, если брать европейцев, mm -hmm. то оно хорошее. То есть они готовы, в принципе, рубить с плеча во многом. И правда, конечно, тут для того чтобы стартовала эта программа выкупа страны ЕЦБ, нужно формально обратиться за помощью, что пока Италия и Испания не торопятся делать. Но в принципе это сейчас, потому что на ожиданиях этого действия страны ЕЦБ последний месяц доходности суверенных долгов Италии и Испании активно падали. И э, после фактически свершившегося факта, да, после заявления Драги они еще больше упали. Mm -hmm. Поэтому, э, конечно, учитывая такую позитивную картину на кривой доходности, э, ни Италия, ни Испания пока удушевленными этими э, не такими высокими э, цифрами, как они были еще э, летом, э, конечно, они пока не готовы и не хотят. Обращаться за помощью. Думаю, есть... что все это будет хорошо продолжаться, да, они, так и они впредь. всерьез подумали, что да. все может быть хорошо. Я думаю, что когда маятник очнется в обратную сторону и доходности опять вновь поползут вверх, угу. а, причем а, достаточно может быть резко, то, конечно, тут настроения могут измениться. А, безусловно, важнейшее. Женя, кстати, не дали, как на этой неделе, по-моему, испанцы размещаются по однолеткам и трехлеткам там все, ну и, все, да и, все. они зачастую причем испанцы они на прошлой неделе размещались и, и испанцы итальянцы и, да тоже. они так, при, э, ну Удивительным образом а, а, совпадает их размещение то ли с заседанием ЕЦБ, то ли там с ФРС. То есть, они а, выбирают тот день, да, где да. обычно может быть очень большой позитив, да. позитив для рынка. Я, я прошу прощения, давайте послушаем новости, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На ФИНАМФМ программа Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о захлестнувшей финансовой площадке оптимизме на прошлой неделе, насколько долго эта волна оптимизма продлится, на наш с вами взгляд. Сегодня в гостях Андрей Павленко, начальник управления брокерского обслуживания «Промсвязьбанка» и Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований и ФД «Капитал». Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый, добрый вечер. Вам, уважаемые слушатели, я хочу напомнить традиционно, что вы можете позвонить, задать вопрос. Телефон в студию 495 6510 99, 6. Или свой вопрос вы можете опубликовать на сайте finam.fm. Я вижу, вопросы начинают уже поступать, но мы тем не менее продолжим наш разговор до новостей. Мы говорили как раз с Костей по поводу возможных размещений, да, проблемных или пока еще не очень стран еврозоны. Вообще, какие могут быть в данной ситуации перспективы? Краткосрочные, как минимум. Ну, краткосрочные перспективы, мне кажется, они уже свершились. Доходности упали, может быть, они упадут еще немного. Но просто рынок, в принципе, на рынке уже, можно так сказать, есть дежавю. Угу. Потому что ЕЦБ уже делал выкуп бандов по Греции в свое время. Да, да, да. И, в принципе, мы все знаем, как это помогло Греции решить их долговую проблему. То есть, в принципе, никак не помогло. Uh -huh. По сути, это все-таки решение скорее краткосрочных, может быть, где-то среднесрочных задач, но никак не долгосрочной проблемы. Поэтому, естественно, и, в принципе, все ведущие там, мировые инвесторы понимают, что это рост, скажем так, не совсем надолго. Это скорее такая спекулятивная волна, uh -huh. чем решение фундаментальной проблемы. Поэтому здесь, к сожалению, ЕЦБ ничего не может нового предложить, как только, опять же, фактически включить печатный станок, uh -huh. и понятно, что Драги будет говорить с пеной у рта, что все будет стерилизовано, что это не приведет uh -huh. к какому-то всплеску денежной массы и витку инфляции, но, тем не менее, посмотрим, как они будут стерилизовывать всю эту массу, учитывая, что они уже депозитную ставку снизили до нуля, и как они будут... Раньше они хотя бы Привлекали, вот когда были у них программы ЛТРО, когда фактически они, ну, аналог КВИ со стороны ФРС, угу. они, по крайней мере, привлекали большую часть денег, осаждали на своих депозитах. Сейчас, как это будет делаться, вообще сложно представить. Ну, — То есть в очередной раз надо констатировать, что при всех заявлениях, да, ну, популистские они или не очень, это не важно, механизмов все-таки как-то... — Ну, как они скорее от безысходности, потому что угу. все понимают, что надо что-то делать, политики ничего не могут сделать, значит, надо... И шло давление на Центробанк, ЕЦБ много раз, как и ФРС, в принципе. Пеняли, как бы э, говорили, что мы вот все, что можем, делаем, и давайте вот вы, правительство, вы э, угу. э, что-то что да. сделаете угу. э, со стороны там бюджетной политики и так далее. Вот. Ну, ничего не дождавшись, фактически они вынуждены были все-таки под давлением э, вот общей конъюнктуры угу. что-то такое э, запустить. Поэтому вот мы... Костя, что... Извини, пожалуйста, просто ты сейчас о давлении заговорил, я вспоминаю... Выступление Бернанки, вот последнее в джексон холле и э, ленту новостей я читал, Бумерговскую, и там <laughs> специальный изряд, такой перевод одной из, из его реплик. А, причем, обращаясь к, к, к Уолл-Стрит, там так было написано, да, Бернанки говорит, не давите на меня. Ну, <смех> да. <смех> обращаясь к Уолл-Стрит, не давите. Ну вот, но тем не менее это давление есть. Поэтому, mm -hmm. что мы видим по факту? ЕЦБ. Запускают программу. Китайцы свою инфраструктурную тоже программу uh -huh, запускают uh -huh. в преддверии выхода плохой отчетности на выходных. Теперь вопрос за ФРС. Что будет в четверг? В принципе, абсолютно как бы фон такой, что они могут это сделать. Вот мне лично это в это до сих пор не верится, и я все-таки как-то было бы для меня, наверное, странным, э -э, если бы они такую э, запустили все-таки uh -huh. программу. Но вынужден признать, что э, в принципе у них все карты, чтобы это запустить. Вот. И если, не дай бог, они не запустят, самое большое разочарование даже будет не для фондовых рынков, а для рынков драгметаллов, потому что и золото, и серебро, они уже давно начали свое ралли именно на ожиданиях того, что ФРС сделает QE. Поэтому там колоссальный приток был денег, открытых длинных позиций. И вот там, конечно, будет разочарование просто колоссальным. Потому что именно ставка была сделана на вот этот фактор. В принципе, мы видим тоже по последнему, что прода продажи доллара фактически тотальные ко всем валютам, uh -huh, uh -huh. покупка рискованных активов, также uh -huh. на развивающихся рынках. Поэтому, конечно, волна может быть обратная, очень серьезная. Поэтому, может быть, ФРС, побоявшись, что они, если они уже стали заложниками yeah, фактически yeah. они настолько э, сильно подвели к этой возможности, что они подумают, что не дай бог мы сейчас это не сделаем. Mm. Что же будет тогда с рынками? Вот боюсь, что вот может быть э, этот фактор сыграет э, в пользу э, принятия программы, хотя с моей точки зрения делать фактически на пике рынка, э, учитывая то, что в принципе последние статистические данные по американской экономике выходят неплохими. На рынке недвижимости, очевидно, идет восстановление. Mm -hmm. На рынке труда, конечно, очень трудное, но все-таки э, не идет какой-то спад. Yeah. Э, ну, запускать программу q 3 э, mm -hmm. ну, не знаю, мне кажется, что не очень адекватно. Mm -hmm. Я где-то сегодня тоже читал по поводу S&P 500 да, который стоит уже на, на тех самых хаях, да, пробитии, о которых мы говорили все. И значит что-то разговаривают, видимо, два аналитика. Говорят, какая какая куе три. Ты посмотри на каких уровнях торгуется американский рынок. То есть опять да, вот, вот это дело не особенно вяжется. Андрюш, как ты думаешь вообще, насколько реально, что на заседании в четверг будет... Ну, вот, если честно, я тоже, как и коллега, не очень в это верю. Вот, Костя совершенно верно сказал, что, в общем, как-то, наверное, не очень бы логично выглядело, но если не брать наш рынок, который, ну, действительно не на хаях, да, далеко. Uh -huh. Но к нему просто видно, что потерян интерес, и, в общем, тут так немножко спекулянты бегают туда-сюда, и, ну, да. в общем, что-то сложно uh -huh. делать то все -то остальные рынки, в общем-то, вышли уже на максимумы, там, ну если не исторические, то максимумы восьмого года, грубо говоря. И здесь, ну, я готов увидеть всплеск, но боюсь, что вот это ожидание, потому что оно уже есть, да, и к нему и многие настроены, не будет, будет не очень хорошо. Угу. Будет, будет всплеск, и боюсь тоже все равно будет не очень не хорошо. хорошо. Единственное, что немножко смущает, есть на рынке традиционная такая сейчас э, формула, что вот до выборов президента американский рынок не упадет ну не знаю это в общем-то такая вещь знаете она это скорее такой поток сознания ну, да, его, это... его как-то формализовать почему он не упадет да, да, или это да, да. сказать почему он должен упасть наверно ну почему должен упасть наверное даже проще сказать вот а почему он не упадет ну трудно сказать действительно угу. он на максимумах Денег, правда, много. Я понимаю, что деньги есть в мире. Эти деньги, которые вот э, остались от предыдущих программ, они в принципе есть, потому что кредитование свернуто. Mm -hmm. э, и в Европе, и в Штатах, в принципе, вот Костя сказал, там. Правильно, рынок восстанавливается недвижимости, но, во-первых, сейчас там это все уже ограничено всякими дополнительными условиями. Это не так вот разбрасывание денег, как раньше, так сказать, у тебя есть грин-карт, ты пришел получать да -да -да. там кредит на все, что угодно там и все. Сейчас все-таки это все сложнее. Но и компании кредитуются гораздо сложнее. То есть банки боятся кредитовать. И, в свою очередь, им и зарабатывать надо. Но и деньги они а, с гораздо большим трудом раздают, и, в общем-то, и я боюсь, что и в Европе тоже, uh -huh. на самом деле. Плюс компаниям, которым они... Многим не нужны деньги, потому что есть падение спроса. Зачем мне развивать производство, если я это не могу продать, то, да. что у меня есть? Вот это проблема. И я не знаю, как Европа собирается, так сказать вот это все побороть, особенно Европа, может быть, Америке, конечно, будет проще, потому что э, они идут все-таки по-прежнему разными путями в преодолении кризиса. Mm -hmm. И, боюсь, европейский вот путь, если он в прошлый кризис себя может быть, отчасти оправдывал, ну, как в... Нач ту волну кризиса, скажем так, восьмого года, то сейчас, ну, это какая-то вот действительно какой-то тупик, потому что, и Кости уже об этом тоже сказал, что политики загнали ситуацию в какую-то уже такую, в какую-то такую... В тупик какой-то, то есть, она, она не решается месяцами, можно Но сказать, сами год, себя годами себя загнали в угол. Да, и я так как ремарку еще маленькую, так сказать, mm -hmm. вот э, у нас вот последние две недели ничего про Грецию не говорят. Потому что это такой постоянный раздражитель, который у нас в той или иной степени присутствует. Mm -hmm. да? Но там ситуация-то недорешенная. То есть, последнее, что мы пришли к чему? Что вот она где-то тут на грани, там, тройка приехала, тройка уехала, тройка разбирается. Будем давать денег, не будем давать денег. Вроде бы будем, но вы там это сделаете, а мы не будем. Ну то есть это вот какая-то такая игра глупая совсем уже. Uh -huh. Но а, у меня сложилось, честно говоря, ну это личное подозрение, что все-таки Грецию готовят каким-то образом выходу из а, е, е, ну, Еврозоны. Uh -huh. Да, не из Евросоюза, естественно, там, а из Еврозоны. Либо там какой-то вариант глобального нуля, то есть там зачеркнуть все, это, списать, вычеркнуть там, знаете, как пассив, актив, вот все, так сказать, вот убрали там. Вот. И у нас еще этот раздражитель, он выстрелит. Он маленький, он уже к нему привыкли, но он все время будоражит рынки. Потому что за ним кажется, что маячит что-то более серьезное, потому что там дальше стоят всякие Испании и Португалии. Вот. И по неволе, конечно, все пытаются вот как-то, ну ну, не создавать, но, по крайней мере, сами, сами себе создавать страшилку того, что может произойти и более ну, сер серьезные да, в конечном итоге пресловутые ожидания, да, вот они как раз таким образом Поэтому, вот резюмируя, на ожиданиях, боюсь, и э, при выходе КУЕ, и без него, так сказать, на ожиданиях продадут, э, по факту тоже продадут. По крайней мере, ну, российский рынок с большой вероятностью реально нет денег. То есть я не, я не вижу денег. Uh -huh. Больше того, вот эта статистика по оттоку из фондов, это статистика по оттоку из ПИФов. Ну, заметно, что на этом рынке пока к нему на, на него никто не пришел. Единственное, куда приходили летом, можно сказать, весной, и летом это приходили деньги а, в гособлигации в ОФЗ, скорее вот uh -huh. так вот. Uh -huh. И то, я так понимаю, иностранцы просто купили, взяли доходность определенную. Uh -huh. Вот и все. Я понял. Ну и, собственно, если мы говорим о э, возникшей на прошлой неделе волне оптимизма, и, судя по, всему, э, судя, да, по, вашим, по вашему мнению, коллеги, она не очень долгосрочна, э, когда мы можем реально ее увидеть ее окончание точнее да это может быть в пятницу вот на уже взгляд, на этой да. неделе да, это допустим, может быть и в пятницу причем в пятницу еще там огромный массив данных идет там по моему и по еврозоне и по штатам там идет и розничные э -э продажи, и, и розничные продажи и мичиган и промпроизводство еврозоне и чуть ли не э, индекс потребительских в еврозоне. То есть там такая статистика, которая, конечно, лучше, чтобы она вышла в среду, до заседания ФРС. Ну, это не Китай, да, который говорит, давай я в выходные опубликую все. Ну, правда, есть вариант, да, что еще, что если опубликуют КУЕ, и еще Китай на выходные тоже скажет, что мы тоже приняли, мы согласовали, да, мы снизим ставку, и вот тут... Ну, какой-то ралли можем получить, но вы знаете как, боюсь, что это будет вот э, смертельным для многих. Предсмертным ралли. Да, предсмертным. предсмертным. Да. Ну, немножко времени осталось, два слова буквально. Ожидаемый Конституционный суд 12 числа, он может вообще каким-то образом повлиять. Кость. Ну, я честно говоря, не жду никаких сюрпризов. Я считаю, что, конечно, там то есть примут это событие, положительное решение. Да. То все то примет, конечно. Это, да. я Хорошо, слушаем новости и продолжаем. Добрый вечер, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о том, что происходит сейчас на мировых финансовых площадках. В гостях у меня Андрей Павленко, начальник управления брокерского обслуживания Промсвязьбанка, и Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований и ФД «Капитал». Самое время поговорить об отечественном фондовом рынке, потому что он тоже, как понимаете, в связке с основными тенденциями. Чтобы задать вопрос, уважаемые слушатели, можно позвонить по телефону 495-6510-99.6, либо вопрос этот опубликовать на сайте finam.fm. И такие вопросы к нам уже поступают. Я, коллеги, с вашего позволения, зачту. Некоторые. Слушатель Сергей спрашивает, как повлияет возможная отмена накопительной части пенсий на российский рынок акций? А Мне давай, можно, да? Давайте. Принципиально, наверное, никак. Не самая большая доля так сказать, денег, который да, <да>, относится к накопительной части, она, так сказать, как-то влияет. То есть не такая значимая часть для нашего фондового рынка. Угу. Действительно, ну, скажем так, приход или уход какого-нибудь крупного американского или европейского фонда в гораздо большей степени. Повлияет. Тем более, что эти деньги, ну, они могут не попасть в не государственные пенсионные фонды, но они каким-то образом все равно на рынок попадут через тот же веб, может быть, mm -hmm. это будет не столь эффективно, может быть, это будет как-нибудь чуть по-другому, но они все равно будут каким-то образом вложены. Mm -hmm. Поэтому эти деньги, они на рынок в той или иной форме попадут по-любому. Потом еще ведь пенсионные деньги, они могут быть вложены в очень ограниченный круг акций. Uh -huh. Это же не, не можете на пенсионные деньги купить там весь индекс мвб Это очень ограниченный круг, который там А1 расширяют, в принципе, под это дело, чтобы какую-то возможность дать для инвестирования. Но uh -huh. опять же, это не, далеко не весь рынок. То есть там, конечно, есть голубые фишки, но погоды эти деньги, они все равно не делают. Uh -huh. Потому что слишком даже для этих денег достаточно ликвидные акции, и мне кажется, можно, может быть, будет какое-то влияние там на рынок дол долго, может быть, на облигации, uh -huh. вот, но на рынок акций, мне кажется, я согласен, что на влияние бли... будет на облигации это, тоже такое. сильно не повлияет, тем более это бывает с плесками, они вот uh -huh. приходят какой в какой-то, я бы сказал, месяц, так uh -huh. ну и собственно говоря, все это может быть какой-то всплеск размещения моментально или там в течение там несколько ну, то есть все очень локально, да, если говорить о какое-то влияние сегодня... ну это не главный факт, не главный факт. Хорошо. Говорим мы о конкретных моментах. Еще один вопрос от нашей слушательницы Ольги. Она интересуется, ну и, видимо, реально смотрит на текущие события. Интересуется, что сегодня с энергетикой, спрашивает Ольга. Неужели все дружно кинулись откупать или что-то другое? Ну, я бы так прокомментировал. Энергетику покупают вместе с рынком действительно тоже несколько дней. Один из факторов есть совсем ну как бы помягче обозвать такой простой да угу. энергетика была очень сильно перепродана за предыдущие месяцы некоторые бумаги в общем-то показали какие-то не только годовые минимумы а, то что сегодня лидерами или скажем так основными бумагами это были ФСК и холдинг МРСК угу. а, ну эта идея их слияния сегодня она там была поддержана какой то дополнительной информации Средствах, извиняюсь, за тавтологию массовой информации, Нормально. наверное, каким-то образом это сказалось. вот А так, ну, энергетику откупают вместе с рынком отчасти, но э, замечу, там, конечно, э, все равно смешные объемы. И скорее, э, вот это движение, которое мы видим, это отчасти дан, дань просто э, низкой ликвидности в этих бумагах. Угу. Понятно. Кость добавишь что-то? Да нет, я могу сказать одно, что раз сегодня лидер роста действительно холдин, акции холдинга МРСК и ФСК, mm -hmm. то есть тут очевидно, что раз они растут настолько мощно в паре, то здесь, наверное, либо какие-то спекуляции по поводу объединения, либо, может быть, кто-то mm -hmm. что-то знает, пока еще не вышла эта информация mm -hmm. на рынок. Посмотрим. Ну и в любом случае, да, они как бы погоду на рынке не делают. Естественно, у них какие-то корпоративные там обстоятельства. Да, это скорее, да. Угу. Хорошо. Хорошо, давайте продолжим. Продолжим разговор о перспективах краткой и среднесрочных. Ну, еще раз напомню, уважаемые слушатели, на этой неделе ключевое событие заседания Комитета по ставкам Федрезерва. Оно начинается двухдневное, оно начинается в среду. Резюме мы услышим в четверг, в 2030, по-моему, будет объявлено решение поставки. Хотя никаких да, наверное, сюрпризов здесь в вас в очередной раз не, не предложит, да, Андрей? Да не должен бы, наверное. Ну Это, да. И, да и не ждет от него никто сюрпризов. Вот Вы именно. скажите, что с деньгами будет, вот самое главное. Вот, да, вот, да. да. А об этом нам скажет да. как раз господин Бернан, который будет выступать чуть позже, в 22.15 по Москве. И, соответственно, все наши с вами внимание, все наше с вами внимание да, будет приковано к его выступлению. Будет намек на куе, не будет намек на куе, ну и так далее. Хорошо, Бог даст, переживем мы и этот день. Тяжелый, нервную, или неделю даже, да, очередную тяжелую нервную неделю, связанную и с повышенной волатильностью, связанной с ожиданиями, их нереализованностью, может быть. Что ждать в ближайшие после этого дни? Каких событий, Андрей? Ну, боюсь, что все-таки продадут. Вот так, если совсем грубо, uh -huh. так без обиняков, я бы сказал uh -huh. даже. Вот, боюсь, что все-таки по результатам продадут, либо, если уж совсем все совпадет, и еще действительно Китай вмешается uh -huh. да, в эту игру, и мы тогда можем получить какое-то движение ä, такое более мощное, но боюсь, все равно на нем продадут. Uh -huh. Не очень пока верится, что рынки готовы дальше, да и потом, ну действительно остальные рынки все на максимумах, а, Ну, не очень понятно, почему они должны раньше, э, дальше расти, потому на, что на чем, на, да, чем, да? Э, на, на каких ожиданиях, У -у -у. потому что ну понятно, что рынки действительно растут чаще всего на ожиданиях, непонятно на каких ожиданиях они могут дальше расти. Вот сейчас да, сейчас эти ожидания еще есть, причем действительно эта неделя она такая, может быть даже основополагающая для какого-то для какой-то тенденции там. Среднесрочной. Вот, Среднесрочной, да. Вот. Но угу. э, судя по тому, вот, что происходило последние месяцы, э, мне кажется, что вот сейчас мы на пике этих ожиданий находимся, по крайней мере, в Европе и в Америке. Угу. Россия, к сожалению, здесь как-то в стороне совсем осталась. То есть у нас, э, наверное, это был один из тяжелейших годов, который я помню. Но, наверное, последний такой год был в 2002 как-то вот мне так на память приходит, потому что за последние 10 лет, наверное, вот, 12 год оказался самым тяжелым, самым нерезультативным, самым скучным, самым нервным, если хотите, то есть вот даже восьмой год, он был, ну, безусловно, непрост, но было повеселее, было бодрее, все там, да, в какой-то момент, понятно, были апокалипсические настроения, там, и было вообще непонятно, как что с миром будет происходить, но это относительно быстро прошло все и какое-то восстановление было видно, что пошел отскок, отскок мощный, там uh -huh. все было видно. А этот год он совсем тяжелый, поэтому и, наверное, это сказывается. Может быть, мы, конечно, находимся под гнетом или под влиянием вот вот этого многомесячного вот такого а, ничего, uh -huh. вот. Но вполне вероятно, что все-таки продадут. А это может быть связано еще, что 2012 год это год Конца света вы имеете? Да, да, да. Ну, теоретически, наверное, да, но это мы узнаем месяца через три, я так понимаю. Если там да. память не изменяет, 21 декабря было да, намечено было, в свое время, да. Запланировано. Ладно, бог с ними, с э, концами света. Тем не менее, вот эта история с среднесрочными тенденциями. потом пройдут американские выборы uh -huh. и выяснится, что, в общем, тоже ничего хорошего нет. То есть сейчас я вполне допускаю, что есть какой-то оптимизм в Америке. Мы же тоже, в общем-то, к выборам, к своим тоже любили подрастать хоть mm -hmm. как-то. Вот. Но здесь, мне кажется, тоже мы никакой, никакого оптимизма не получим. Независимо от того, кто победит, на мой взгляд. Ну, сейчас мы к выборам в Америке подойдем. Я вернусь, тем не менее. Да? Предположим, что-то там сказал господин Бернанке каким-то образом отреагировал на, на этот рынок, может ли вот эта реакция стать неким, ну, как минимум, среднесрочным трендом, может быть, даже до тех же пресловутых выборов, то есть до ноября месяца, вот на два, на полтора месяца. Трендом именно. Трендом? Да. Может, на месяц, да, на октябрь. Конкретно на октябрь может стать тоже выборы памятники. 6 ноября. 6 ноября. Вот как раз на октябрь может стать, да. Угу. Причем и в ту и в другую сторону. Да, да, безусловно. Нормально. А следующие события важные. Ну, я уж не знаю, насколько оно важно И после заявления Бернанки, может быть важным, да, это результаты аудита Греции, может в конечном итоге это, это событие сломать тренд, который значит, установился после выступления Бернанки после заседания Федрезерва. Мне вообще по, по Греции я вот во многом согласен что уже то, что мы обсуждали, что Греция воспринимается как необходимость поддержки Греции uh -huh. воспринимается именно с точки зрения опасений, что это распространится эффектом домино на другие страны. И если только вот Греция, мне кажется, благодаря тому еще как бы поддерживается, что пока спекулянты так сильно недолго по Италии, Испании, там, uh -huh. Португалии и так далее. Просто если будет некий перескок и совместно с этой ситуацией по Греции спекулянты начнут конкретно фокусироваться на негативе вокруг Италии, Испании uh -huh. и, соответственно, приводить к непотребным уровням ставки их доходностей, то может созреть такая, такое, скажем, терпение может лопнуть, у функционеров uh -huh. э, европейских они скажут да черт с этой Греции надо вот вот уже этим да, заниматься да. все уже то есть она перестанет быть каким-то таким последним мосточком э, который предохраняет э, вот эффект домино и когда вот э, тогда все это как бы поймут осознают то мне кажется тогда Греция может э, начаться совсем другая история по Греции другая, поэтому пока конечно жизнь. ситуация в Греции имеет значение потому что а пока это некая такая лакмусовая бумажка. Потом, может быть, это все. Изменится. Ну хорошо, если предположить, что будут события развиваться так, как ты сейчас озвучил, да? Мы сфокусировались на проблемах Испании, Италии, не дай бог, там, Португалии. Доходности там растут, да. Греция уже становится лишним звеном. Помните, как была такая передача? Слабым, Слабым. звеном, да. Слабым. ее, значит, доминошку вынули и выставили. Эффект домино при этом сработает или нет? Ну, если все так будет плохо, то, конечно, сама ситуация в Еврозоне, мне кажется, что она себе это, ну, по эффекту, как в принципе, сопоставимое с такой миной замедленного действия. То есть, она, в принципе, это, это бомба. Конечно, она может взорваться, реально. То есть, в принципе, они все сидят на пороховой бочке. Угу. И по своему эффекту, если все там будет идти по негативному сценарию, то это может привести к очень серьезному падению рынков, потому что это прежде всего при... ударит очень серьезно по банской системе европейской может быть краху какого-то крупнейшего европейского банка все это естественно перельется так как все банки глобальные связаны кризис кризису доверия вообще в мировой uh -huh. банковской системе это может очень серьезно и ударить и по финансовой системе и по фондовому рынку поэтому безусловно тут по своему скажем так э, э, вот негативу скрытому uh -huh. да это очень серьезная проблема вот но в принципе вот если в целом говорить про российский рынок или там внешний рынок российский рынок то я согласен что на ближайший месяц полтора э, все-таки э, хотя большая неизвестность uh -huh. что сделает фрс э, и действия ФРС и Китая могут, конечно, спровоцировать продолжение ралли. Тем более мы видим, что рынки сейчас подошли, все индексы подвели к очень серьезным уровням, mm -hmm. даже на грани уже, скажем, преодол преодоления вот падающего тренда. Mm -hmm. Поэтому и там и мвб и РТС, и тот же s&p 500. Поэтому Кажется, что вот достаточно еще какого-то позитива, и тут все прорвет. И полетели. Вот, да. Да, и полетели наверх. Но мне вот почему-то такое ощущение, что мы в ближайшие полтора месяца увидим э, снижение. Снижение процентов на 10. Угу. Вот, и на внешних рынках, и вот конкретно там на российском рынке. Вот, то есть мне кажется, что перед выборами мы увидим нырок вниз, вот, потом. Э, с возможным восстановлением в конце года. Хотя в конце года, uh -huh. после, наверное, выборов, очень серьезный и, наверное, на первом плане Кость, извини, выйдет вражался, проблема да? fiscal Пос клифф. Послушаем США. новости, а потом тема, тема выборов продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам-ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем наш разговор на тему, долго ли продлится волна оптимизма? Сегодня в гостях Андрей Павленко, начальник управления брокерского обслуживания Промсвязьбанка и Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований и ФД Капитал. Ну, собственно, последняя часть заключительная часть нашей сегодня программы. Мы будем подводить некие итоги и посмотрим, что же в результате в сухом остатке. А, что ж, мне кажется, сейчас самое время поговорить о, о близости э, выборов э, президента Соединенных Штатов Америки, ну и о событиях, которые могут быть с этим связаны, собственно, ожидания рынка, а точнее, может, по факту его какое-то движение. Андрюш, начнешь? Да, пожалуйста. Давай. Ну, я наверное, начну с того, о чем уже сказал. Угу. На мой взгляд, э, ну, по крайней мере, то, что я вот вижу, то, что я чувствую, если хотите, самостоятельно там, мне кажется. Э, Ничего принципиально в Америке не изменится. И новый президент или старый президент останутся с теми же проблемами и с теми же нерешенными проблемами. Оптимизм какой-то до выборов может присутствовать, возможно. А Можем... с чем он связан этот оптимизм, что он будет присутствовать? Да, вы знаете как, Просто... как с ожиданием Нового года. Да, да. Вот вроде Просто, ничего да, не поменяется, но, но, но праздник, да. да но правильно. праздник, да. У Согласен. нас там будет новый президент. Вот как-то так, вот -ху 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 -ху. на таком уровне, подсознательном. А, и скорее... Скорее, после выборов уже, ну, правда, я думаю, что не сразу далеко, да, это уже надо смотреть, наверное, в весну, там, да, начнут uh -huh. понимать, что, в общем-то, ничего не меняется, ничего не происходит. С другой стороны... На самом деле, тут, наверное, я даже сам собой поспорю, uh -huh. поскольку, как мы только что говорили, индексы, в том числе американские, они, в общем-то, на верхних своих значениях, на uh -huh. боевых, находятся. И тут э, как раз разворот уже возможен по факту. Э, так, в общем-то, не раз бывало. Я помню, когда у нас Владимир Владимирович в 2000 году выборы выиграл, ведь первый раз, да, вот как раз на следующий день после его избрания у нас началось мощное много. Я бы сказал, даже летнее. Угу. Движение вниз вот, но это правда совпало еще с крахом Nasdaq, так сказать, надо сказать. Вот. поэтому не, ну крах Nasdaq по сравнению с выборами не, ну это <с 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 да, <понимает> но и, тем не менее там все-таки два-два <с> два события такая ерунда, поэтому я, честно говоря, никак с никаким оптимизмом в этом смысле тоже, наверное, не могу проникнуться и не вижу, откуда его взять, да, то есть вот как я уже говорил, на рынке есть вот какие-то ожидания, что вот до выборов до выборов американского президента рынки не будут а, проваливать. ну по крайней мере американский рынок ну, в какой-то степени европейский, не знаю, там, азиатский, ну, то есть это какое-то общее ожидание, угу. вот, пожалуй, и все. Что-то более э, такое концептуальное, честно говоря, даже и ничего не видится, чтобы можно было предъявить к выборам, президента. Ну, да. ну, если говорить вообще о цифрах, то вот я, например, задался такой задачей, которую очень любят американские всякие аналитики статистикой Под, посмотрел как менялся американский s&p 500 э, в годы с выборами и в годы без выборов 48 -го года то есть за послевоенную историю э, по месяцам и что было вот какие были отличия но ну, вот когда были выборы э, вообще скажем так традиционно когда вот нету выборов традиционно в сентябре идет коррекция на американском рынке, uh, то есть вероятность более 50% uh -huh. по всем этим годам. Потом в октябре идет рост, uh, в ноябре рост, и в декабре рост. Это к новому году. А, а в августе и да, сентябре да, да. коррекция. Uh -huh. И вот, то есть четвертый квартал как правило был всегда позитивный, uh -huh. когда есть выборы, uh, небольшая uh, небольшие отличия. В сентябре uh, тоже как правило идет коррекция, в октябре идет рост, в ноябре когда выборы сами состо... ä, происходят, uh -huh. идет флет, то есть реально 50 на 50. Вот рынок э, э, ровно столько же вырос, столько же и упал. Uh -huh. И в декабре опять очень сильный рост, причем больше, чем когда годы идут без выборов. Uh -huh. Вот, поэтому, э, ну, посмотрим, в это, по факту, что мы видим. Вот половина сентября фактически э, прошло, ну, одна треть прошла. Мы видим, что рынки э, выросли причем достаточно существенно да. и с такой перспективой дальнейшего движения, как будто у них там нет никакой никаких облаков, то есть мы вышли уже э, за облака за и все, да. да, и э, дальше значит можем спокойно да. расти но, тем не менее, мне кажется, что, может быть, какие-то, безусловно, не могут, это, это в среднем, да, то, что я назвал, это uh -huh, в среднем. Uh -huh. Поэтому мне кажется, что вот перед выборами, это не обязательно будет такое движение, прямо вот до 6 ноября мы будем падать. Но мы можем там за, спокойно за 2-3 недели сходить на 10%, да. это запросто. Конечно. Вот, а потом там отскочить и вроде как рисовать восстановление потом уйти какой-нибудь там опять боковик под опасениями fiscal клифф да, в США, там, бюджетных там, налоговых проблем. Вот, а в декабре нарисовать рост а в начале года опять э, сказать, что, о боже, э, Америка достигает потолка кредитного, э, э, потолка госдолга, да. и опять ничего не решено, опять будет э, решение последней минуты, а если будет разделенный опять Конгресс э, с президентом и там Сенат и Палата представителей, опять это будет суматоха, и, и мы можем опять, вы, э, значит, э, пойти вниз. Uh -huh. Так что все возможно. Uh -huh. Но мне кажется, что, безусловно, что как-то, наверное, тема выборов будет обыграна. Безусловно, будет очень самым серьезным образом обыгран вот этот фискал клиф, потому что безуслов... еще уже летом начали нагнетать вот эту атмос ситуацию по поводу этого: вот, посмотрите, такая маячит проблема. Uh -huh. а потом она отходит на, друг... на... на второй план, потом опять, когда негатив приходит на рынок, вот, посмотрите, и опять. То есть это. Проблема будет, безусловно, обыграна. А в какой месяц, сложно сказать. Угу. Вот. Но мне кажется, что все-таки перед вами мы увидим вот за последние месяцы этого года и движение вниз, и боковичок, и восстановление. Вот мне кажется, так. такой набор, полный набор будет джентльменский. Ну да. Это здорово, здорово знать об этом наборе. Самое, конечно, да, печальное, что мы не знаем, когда конкретно какое движение. Ну, надо держать руку на пульсе. Это да. Или на кнопке, как у нас да. говорят тогда, скорее, да. Это да. На гашетке, Я согласен. Еще один момент. Вот по поводу фискал клиф да, как ты его называешь, все-таки, ну опять с точки зрения статистики, вероятнее всего, эта тема будет, абсу... не... будет ли обсуждаться до выборов? Все-таки это такая разменная карта, мне кажется. Я думаю, что она будет решена после выборов. До выборов сейчас никаких решений не будет принято. В смысле, и поднимать эту тему сейчас нет никакого. Потому что подходы у республиканцев и демократов разные, потому что республиканцы хотят не повышать налоги, по максимуму держать налоги на минимуме и как можно больше сокращать госдолг, угу. чтобы вот, ни в коем случае не превысить не повышать потолок госдолга. Очевидно, То есть сокращать бюджет, и, но держать низкие налоги. Демократы, наоборот, готовы отказаться от всяких налоговых вычетов что приведет к налоговому а, скачку а, но при этом а, не сокращать бюджетные расходы uh -huh. и готовы пойти на повышение потолка госдолга то есть подходы принципиально разные uh -huh. поэтому они видимо будут решены только после выборов когда будет понятна конфигурация а, палат а, конгресса и президента администрации президента ну понятно, то есть будет ясно более-менее, кто же будет эти проблемы решать. Ну, это само собой. Кстати, заговорили о налогах, ну наверняка слышали сегодня в средствах массовой информации, эта идея проходит. Господин Оланд а, значит, говорит о да, повышении налогов для богатых своих жителей до 75%. И кто-то там уже один из этих богатых попросил политическое убежище в ну, России. Нет, у нас низкие налоги просто. Я хотел, к тому, что... хотел, нет, да. так, что вполне реально. Ну, видимо, мысль эта не пришла ему в голову. Ну, политическое убежище я в кавычках ставлю, да? Попросил стать подданным Бельгии. В Бельгии там все попроще. Ну, и тем более там рядышком они, там, Франция. Там, тоже нет. высокие налоги в Бельгии. Ну, тем не менее, вот такой факт. Кажется... Как вообще вот к этой идее поднимать ну, на такие, тем более, высоты э -э налоги? Он, он избирался президентом на том, что он обещал поднять налоги для богатых. Mm -hmm. он, он же просто... социалист. Ну а как что может сейчас еще сделать? Он повысит налоги, потом увидит, что все разбегаются, mm -hmm. что это отрицательный эффект идет для что, бюджета, что и он бизнес уходит. Да, да, и он откажется от этого. И он скажет: ну вы вот видите, всем же стало еще хуже от этого. Давайте все изменим опять. Ну то есть обратно. Это нормально. То есть он как бы сначала показал, что он готов выполнить свои предвыборные обещания, потом он скажет, разведет руками, скажет. М -м, еще хуже. Ну, и да. отменит решение. Я думаю, так произойдет. Забавно. Вот так вот бывает, оказывается. Ну, оно так, по идее, должно произойти. Потому что даже у американцев, когда такая тема стояла, еще вот пару лет назад, да, как раз после кризиса, о том, что могут поднять налоги, я помню, да, они говорили о том, что, так сказать, ну, все, тогда мы, значит, сказать, налоговыми не резидентами станем здесь. Мы тут быстро все, так сказать, на. А, что у них там поближе? Нет, не ману, не, что у них, какая у них ближайшая офшорная зона, так сказать. Ну, неважно, там. На Соломоново острова, так сказать, мы быстро сейчас все переведем. Uh -huh. вот, поэтому тут в кап, капитал, он же в этом смысле интернационален, там ментально, так сказать, уходит uh -huh. и все. Вот они, собственно, да, популистские заявления. -то. Да хорошо. А, ну, значит, подходит к концу нашей программы. Давайте попытаемся действительно подвести некие итоги. Что же у нас в сухом остатке? Продлится ли волна оптимизма, об этом мы сегодня говорили. Ну, учитывая последние события, действительно, оптимизм на рынках некий присутствует. Чем он обусловлен, это уже дело десятое. Мы видим, да, покупки, покупки, покупки и на зарубежных, и на отечественных площадках. Как долго они могут продлиться? С этим мы связываем следующие события, ближайшие из которых заседание Федрезерва на этой неделе. И во многом по мнению моих гостей сегодняшних, да, во многом именно результаты этого заседания, а точнее выступления господина Бернанки, его намек на возможность количественных смягчений, могут задать некий среднесрочный тренд, который, ну, опять-таки, да, по нашему согласию мы определили до начала президентских выборов. причем тренд этот, да, как Андрей заявил, он может быть как восходящим, так и нисходящим, в зависимости от того от того, что же скажет Бернанке. Что же скажет Бернанке? Боже мой. Который раз я повторяю эту фразу. Ну, ничего не появилось. Время такое. Да? Совершенно верно, да. да. То есть все, да, о чем мы с вами говорим, зависит от одного единственного посыла, от одного... Единственный человек. Ну, Словно государство как посадило на иглу финансовые рынки после 2008 года äh, правильно поступило в 2009 году uh -huh. äh, предотвратив более глубокий кризис, но тем не менее все, рынок впал в наркотическую зависимость, yeah, мы растем от кви до кви и все заканчивается, мы преддверии уже начинаем падать, на ожиданиях нового QI начинаем расти и это происходит уже три года uh -huh. Кстати, я да, напомню еще мнение Константина Гуляева, который подчеркнул, я да, тоже с ним соглашусь, что ожидание программы смягчения от Федрезерва, да, прежде всего давило на цены на драгоценные металлы, потому что ну, там есть некая составляющая, да, вот это вот гиперинфляционная да, составляющая бегства из, из денег в какой-то более-менее реальный актив. Ну, традиционно инвестор выбирает в качестве такого актива драгоценные металлы. И в случае нереализации ожиданий, да, что мы можем увидеть в золоте, которое последнюю неделю, ну, две недели, да, просто э, бешеную динамику показывает, вот это, собственно, А такая... серебро-то как? Да. Серебро, серебро в два больше. раза большую да, да. динамику 20, показывает. 20 процентов буквально. Да, серебро как более, гораздо более спекулятивный товар. Она вообще взлетела. Совершенно верно. Вот это некий монок, господам спекулянтам. Сразу после выпуска новостей гостем программы «Реальное время» станет известный оппозиционер Борис Немцов. Разговор пойдет о том, кто в нашей стране кого и на что содержит. Не переключайтесь. Это, конечно, очень интересная тема, но наша тема, как вы понимаете, это финансовые площадки. Судя по всему, нас ждет еще одна непростая неделя. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, будьте готовы ко всем сценариям развития событий. Мы прощаемся с вами. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Успехов на рынке и всего хорошего. Спасибо.